Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр Гуртовой и Руслана. Привет! И, друзья, мы на данный момент находимся в Турции, а конкретнее в Сиде. А все потому, что мы приехали сюда наконец-то снять контент, отели, по системе все включено. Мы ехали сюда с Аланей через Манавгат, а потом в Манавгате сели на автобус Evrenseki Hotels. Это все отели, которые находятся в районе Сиде, и на автобусе подъехали прямо под отель. Отель называется Commodore Elite Suites and Spa, 5 звезд, по системе Ультра все включено. В ближайшие несколько дней мы будем проводить в данном отеле. Также сделаем его подробный обзор, покажем, что это за отель, и заодно посетим места все в районе Сиде, что здесь находится, куда можно поехать и что посмотреть. Специально для вас уточнили на сайте туроператоров, сколько стоит пакетный тур в данный отель. Смотрите, цена в среднем 2500 долларов, это за одну неделю с перелетом туда обратно, трансфер и страховка. Но опять же, где-то дешевле, где-то дороже, все в зависимости от того, откуда вы будете вылетать, с какой страны и с какого города. Рейтинг у отеля Commodore Elite просто замечательный, поэтому мы прямо в предвкушении, что же нас будет там ожидать. Поэтому, друзья, будем идти на заселение, вы тем временем усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, заранее нас поддерживайте лайком, и всем, ребят, приятного просмотра. Подходим уже к отелю. Смотрите, нас встречают такие пальмы, фонтаны. И название отеля Commodore Elite Suite and Spa 5 звезд. Я так понял, где-то здесь будет ресепшн, поэтому отправляемся на заселение. Я уже так давно не был в турецких отелях, все включено, что прямо в предвкушении чего-то классного. Я тоже. Мы последний раз, наверное, в турецком отеле на все включено были 3 года назад. Заходим в отель. Сразу нас встречает ресепшн, лобби. Руслана, как всегда, с паспортами пошла разбираться. И такой, я так понял, лобби-бар, место ожидания, когда вас заселят. Ну что, заполнили мы анкету, нам сказали немножко подождать, и наш номер будет готов. Давайте вкратце покажем, как выглядит лобби, потому что там мы зашли, и тут прямо огромный лобби-бар и зона ресепшена. Тут везде диванчики, там прямо терраса есть, можно выйти с красивыми видами. Сейчас мы тоже туда отправимся, и по центру, смотрите, такая замечательная, я бы сказал, люстра. Внизу, скорее всего, рестораны. Обычно так в отелях на минус первом, либо на первом этаже. Ну, в целом, первое впечатление, я бы сказал, положительное. Очень красивый отель. У него очень большая территория. И большой плюс этого отеля, что здесь есть бассейны с подогревом. Это Руслана прямо в бассейны очень ждала. И он находится прямо на первой линии. Давайте выйдем на террасу. Тут у нас лобби-бар. Но на дегустацию бара мы уже отправимся потом, да? Давай все-таки на террасу выйдем. Ультра все включено. Я думаю, коктейли, напитки, все должно быть в полном составе. И тут у нас, смотрите, уже корпус отеля. Я смотрю, номера прямо с шезлонгами на первом этаже. Тут тоже бассейн. Интересно, сколько бассейнов всего на территории? На территории отеля 5 бассейнов, и 3 с них идут с подогревом. 2 на улице и 1 внутри. Очень хорошая терраса, смотрите. Прямо можно сидеть с видом на территорию отеля. Я смотрю, там очень много людей в бассейне купаются. Значит, температура 100% приемлемая. Также сад, аквапарк. И сразу, можно сказать, море. То есть выходите и пляж. Не знаю, территория большая, я смотрю, там еще, смотри, есть тоже терраса небольшая. То есть надо изучить, потому что в таких больших отелях обычно в первый день немножко путаешься, а потом уже привыкаешь, и в принципе все нормально. Не успели мы еще с Русланой прогуляться по территории, как к нам уже подошли, дали листочек и сказали, что наш номер уже готов, поэтому давай, наверное, отправимся на заселение, а потом уже будем изучать вместе с вами территорию данного отеля. Все. Теперь меня официально посвящают на систему «Все включено». Когда этот браслет на руке, можно уже пользоваться всем полноценно. Давно, да, не было такого ощущения? Ну что, наконец-то долгожданное заселение. Номер 6307, друзья, заходим и по традиции проводим рум-тур. Номер сьют. Давайте начнем по порядку. У нас встречает шкаф. Открываем шкаф. Тут у нас сразу 2 халата, сейф, там наши вещи. Кстати, я заметил, подсветочка включается, как только открываешь шкаф. Но он прямо очень огромный, да? А, смотри, тут еще сумочка, тапочки, ложка. Это для обуви, вот эта штука, чтобы чистить. Короче, обширный, хороший шкаф.
прямо все вещи можно распределить, но мы брали с собой по минимуму, да, потому что у нас все-таки все осталось в квартире в Алании. Сразу, друзья, санузел, смотрите, в таком интересном стиле, то есть два рукомойника, а двери уже там, в душевую кабину и в туалет. Мне, кстати, нравится, у нас похожий формат уже был в отелях, и оно как-то более современно выглядит. Смотрите, огромное зеркало сразу встречает, тут вся косметика, потом щетки для бритья. Прямо огромный выбор, смотрите, все что угодно. Лосьон, кондиционер, шампунь. И удобно, когда два умывальника, да, все-таки интереснее. Потом тут у нас мыло, смотрите, везде написано название отеля. Commodore Elite, прямо очень круто сделано. Фен имеется, диспенсер. Давайте глянем, что у нас тут. А тут у нас душевая кабина, всякие полотенца, тропический душ, обычный душ. И плюс, смотрите, тоже дублируется шауэр-гель, кондиционер и шампунь. Ну, не знаю, мне очень нравится душ. Я привык больше в душевой кабине купаться. И отдельно вот так сделан туалет. Конечно же, телефон есть, как во всех туалетах. Номер сьют, поэтому есть уголок для гостей, как говорится, гостиная, другими словами. И у нас даже мини-бар уголок, кофемашина, смотрите, орешки, фисташки, всякие печеньки, чай, кофе, чайник, водичка, капсулы для кофемашины. Это будет Руслана пробовать, там прямо разные вкусы, стаканчики. И мини-бар, да, еще имеется? Да. Давайте посмотрим. Нам говорили, что все, что тут лежит, это все бесплатно. Наполняется ежедневно. У нас пиво тут, кола, водичка соленая, соки, фанта, обычная вода и спрайт. И для льда еще штуки, вдруг кто-то захочет заморозить лед и делать какие-то коктейли или напитки прямо в номере. Двигаемся дальше. Гостиная зона и очень важный момент. Нам сразу сказали, что вот это подарок, сумка Commodore Elite Suites and Spa, то есть мы можем ее забрать с собой. Кстати, хорошая сумка, ее можно потом будет брать на пляж. И вот это тоже подарок, это мыло с запахом оливок, смотри, походу, да. Понюхай. Есть запашек? Оно пахнет какими-то фруктами больше, а не оливками. Короче, очень приятно, когда вы заселяетесь и сразу вам предлагают такие вот подарочки. Далее у нас телевизор, как всегда, шкаф, везде кондиционеры есть, рабочая зона. Тут у нас все расписано, все включено, бары, рестораны, что где работает. Вообще там 24/7 ультра все включено, еще да? Еще важный нюанс, в отеле есть такая функция, как меню подушек. Если вам не нравятся подушки, которые у вас есть сейчас на кровати, можете позвонить на ресепшн, вам принесут любую другую. Тут на выбор идет 4 подушки, есть ортопедические, там разные вообще виды, твердая, мягкая, которые вы захотите, то вам и принесут. Это все бесплатно, то есть оно уже входит в стоимость номера. Смотрите, как это все выглядит. Интересно, а перьевая подушка есть тут? Я думаю, есть. Потому что я знаю, некоторые люди настолько привыкли на перьевых спать, я, например, не могу. Мне они очень неудобные. Давайте далее пройдемся. Тут у нас окно панорамное, диванчик и, получается, спальня идет совместно с гостиной. Смотрите, какая красота. Там тоже большое зеркало. И кровать мега крутецко украсили. Везде цветы, лепесточки. Прямо шедевр. Слушайте, я помню, в Египте в отелях тоже там всяких лебедей выкладывали. Но тут прямо все в цветах, все красивенько. Я не знаю, видно, что постарались. Напишите, как вам. Меня прямо вот эта картина впечатлила сразу. Также по 2 подушки, по 3 даже подушки, сзади тоже картина, светильнички. Мне нравится вот это огромное зеркало в полный рост. Смотрите, мы привыкли, у нас дома тоже в полный рост зеркало. И небольшой уголок, это для Руслана, она может сесть, тут есть салфеточки, такое вот зеркальце, то есть можно краситься, заниматься своими делами. Также стульчик имеется, то есть уголок женский, а с другой стороны уголок мужской. Это я там буду монтировать выпуски. Обычно мне надо такой стол, чтобы было удобно. Смонтировал, загрузил. Также на диванчике можно просто почилить. Ну, в целом, такой номер, плоский телевизор, кондиционер. Напишите, как вам. Ну, друзья, это еще не все. Плавно из номера мы выходим на балкон-террасу. Тут у нас столик, сушилка, обширный балкон и замечательный вид на всю территорию отеля. Смотрите, мы там внизу как раз ходили, вам показывали. Аквапарк, бассейны, парковая зона, зелень, елочки. Там вот пляжик, вид на море, замечательный. Прямо откуда ни посмотришь, везде видно море. Это ж получается тут гостиная, окно. И можно прямо пройти, смотрите, какой длинный балкончик. Это, я так понял, центральный бассейн. Там прямо как будто ресторан-маяк какой-то, анимация, амфитеатр.
кинотеатр есть. Ну, в общем, все полным ходом, как по системе ультра все включено, когда приезжаешь, и все имеется в программе. Важный нюанс, этот отель 18+, сюда нельзя приехать с детьми. То есть он работает для такого вот спокойного отдыха без детей. Слушайте, пока я стоял на балконе, на террасе, рассматривал, думал еще что-то подснять. Смотрю, Руслана куда-то убежала. Оказывается, пришел рум-сервис, и они нам принесли комплименты, друзья. Смотрите, какая красота. Прямо такая вышка с сухофруктами, с орешками, рахат, шоколадом, рахат. Смотрите, печеньки. Прямо супер. Также принесли, смотрите, ведерко с шампанским. Брют. Прямо бутылочка шампанского. Очень приятный комплимент, я бы сказал. И фрукты у нас. Бананы, яблоки, апельсины, ананас и клубничка. Также бокалы принесли, тарелочки. Но не знаю, начало прямо мега впечатляющее. Сейчас немножко перекусим. Но вообще мы планируем отправиться на обед, да? Так что не будем сильно наедаться, потому что как раз обеденное время. Так что, друзья, напишите в комментариях, как вам данный номер, номер сьют. Нам прямо все понравилось. Еще и в конце был такой нежданчик в виде приятного комплимента. Сейчас переоденемся, немножко перекусим и будем уже отправляться изучать вместе с вами территорию данного отеля. Мы еще успеваем, друзья, на обед, еще полчаса. Обеды проходят на данный момент в Sunset Restaurant. Давайте пойдем посмотрим, какой выбор еды по системе ультра все включено. Ну, я смотрю, очень огромный ресторан. Прямо аж туда, смотрите, в самый конец. Вау, тут какие-то декорации. Смотрите, такие интересные. Это, кстати, сейчас к Пасхе все украшает, но это на другой стороне мы видели, да, фотографии. Там прямо крашеные яички. Ну, давай подойдем, глянем, что тут у нас. И с этого момента берется тарелка и начинается выбор еды. Тут у нас, ребята, сибас, потом идем далее, индейка, котлета, антрикот. В общем, ну мы уже под конец пришли, рагу из говядины, уже может выбор поменьше. Вон, новое жарят, смотрите, новое мясо, новый антрикот, и такие сочные стейки, hello. Так, рис, понятно, рис, в принципе, можно не уточнять, брокколи, потом всякие специи у нас. Смотрите, крашеные яйца, как раз вот к Пасхе, то, что я говорил. Тут у нас курица роти, тут тоже красивенько все украшено, яйца. Так, это у нас овощи. Тут у нас, друзья, индейка. И везде, везде крутые декорации. Ягненок, друзья, вареная голень ягненка. Вот это очень вкусная штука, хочу попробовать. Картошка, пироги. А нет, это все картошка, я так понял, только разные виды. И тут, смотри, как красивенько украсили. Далее у нас соусы. Но тут еще есть гуакамоле с авокадо, друзья. Это мега то, что я люблю. Потом кукурузное сате. А это кукуруза будет Руслана, гриб. Нас идут далее шпинат, но это более такое вегетарианское. А не, вот, котлеты, это не вегетарианское уже. Потом кольца и картошка фри. Тут у нас пицца и пиде, турецкие пиццы. Кстати, они тоже очень вкусные. Ну и, конечно же, выпечка, картофельный пирог, мясной пирог. Блин, слушай, такой выбор, это же еще только начало получается. Тут у нас киноа и морковочка. Так, капуста в оливковом масле. Это, я так понял, молоко всякое для мороженого, джемы можно взять. Обычно такое на завтрак. И смотри, диетическое варенье, везде написано, сколько калорий. Это огромный плюс, потому что, ну, в основном такого нигде не делают. Так, это все диетическое. Вареная рыбка. И, я так понял, вареные овощи. Там еще курица вареная. Если вдруг вы едите диету, то в этом отеле все есть диетическое и незажаренное. Тут у нас, смотрите, всякие добавки. Это, я так понял, к супчику, да, там у нас супчик можно взять. И продолжение. Это овощное дел, салатики, лук, помидорчики прямо такие в йогурте. Корейская морковочка, очень вкусная. Тут у нас соусы и, смотрите, такая вот буженина, потом копченая красная рыбка форель, такие вот штуки с горохом и тоже мясная колбаса, которая выглядит аппетитно, не такая, как мы в супермаркете брали. Потом тоже овощные, сырные закуски и копченые сыры, сулугуни. Вообще сыра, такой огромный выбор, мне кажется, Руслана будет просто счастлива на таком шведском столе, потому что она у нас любит сыр с сыром. Вау, друзья, маринованные анчоусы и копченый лосось. И скумбрия, моя любимая копченая, тоже здесь имеется, это же надо. Колбаска и всякие такие салаты типа хумуса, да? Это как намазки идут, ну, либо овощи. Короче, вот эта стойка мне прямо очень нравится. Идем дальше, тут у нас тоже продолжение с салатами. Вот прямо креветочки, смотрите, чищенные в салате. Я вот такой салат с креветками буду. Тут тоже овощи, смотрите, мидии, салат с красной рыбы, салат с тунцом.
говяжьи мозги. Ничего себе! Слушайте, вот это выбор, вот это мы попали. Я прямо не ожидал. Выбор очень классный, есть абсолютно все, что вы только захотите. И такие вот крутецкие декорации к Пасхе. Смотрите, и обычные яйца, и перепелиные, и все тут в таких узорчиках покрашено. Прямо целое дерево. Замечательно сделали. Тут у нас кукурузка, каперсы, потом вот эти фаршированные перчики очень вкусные, соленья, оливки, имбирь. Если есть имбирь, возможно, даже есть тут и суши. Свекла, лимон, но это тоже такой овощной более отдел. Ну и, конечно же, отдел с выпечкой, разный хлеб, масло, джемы. То есть, если темный, цельнозерновой, тут прямо хлеб с яйцами крашенными вместе. Очень, да, очень интересно сделано. Ну и, конечно же, тостер. Ты же всегда любишь пожарить, тостовый хлебушек сделать. А далее мы попадаем в отдел с десертами. Профитроль. Это что-то интересное такое. Где-то мы пробовали, это, по-моему. Это эклеры небольшие. Эклерчики. Вкусные, да. Это всякие присыпки, кокосовая пудра. И смотрите, фрукты, кумкват, бананы, клубника, грейпфрут, яблоки, потом груша, апельсин, уже почищенный гранат, тоже грейпфруты, киви. Короче, фрукты абсолютно все. Вот, смотри, это... Это груша. Груша такая или агава? Ой, точнее гуава. Агава — это уже по текильной теме, скажем так. Сливки. Тут сливки у нас и тоже вишня, вишневый соус, ванильный соус. Я так понял, мороженое можно взять. Мы только на данный момент почему-то мороженого нет. Возможно, его потом подносят. И вот это все ресторан. Смотрите, мы все время идем вдоль и показываем все эти блюда. Еще один отдел с десертами. Мега здоровенный. Смотрите, тут и пахлава, и турецкие сладости, рахат лукум, шоколад. Это такой, кстати, как нам, да, принесли? Халва есть, сухофрукты. Блин, инжир, слушай, я вот так смотрю, у меня глаза разбегаются. Я даже не знаю, что взять. Потому что вот такой торт клубничный, здоровенный. Вот это, друзья, мы попали. Сами того не ожидая, столько сладости, столько выбора, всяких десертов, блюд. Короче, десерты никак не закончатся. Вот, на этом моменте уже все. Давайте возьмем тарелки и что-то из этой красоты выберем и пообедаем. Также присутствует бар и... импортные алкогольные напитки, ультра все включено, то есть абсолютно любой алкоголь можно взять. И, кстати, этот бар, точнее бары на территории отеля работают круглосуточно, так как я знаю, что в многих отелях после 12.00 алкоголь за дополнительную плату. Здесь получается все включено 24/7, то есть и еда, и напитки, это постоянно работает. Ну, короче, такой формат, я думаю, многим нравится и все его любят. Так, друзья, ультра все включено полным ходом, покажу вам немножко ресторанчик, можно сесть в этой части, ну, так как конец обеда, уже людей мало, и смотрите, что мы набрали. Это просто красота. Взял говяжий бургер, котлету, гуакамоле, потом ягненок. Оно настолько, друзья, пахнет, вы не представляете. Антрикот, перчики такие, сыром фаршированные булочки для того, чтобы делать гуакамоле, авокадо тосты с рыбкой. Взял копченый лосось, копченую форель, копченую скумбрию, анчоусы, креветки, мидии и кальмары. То есть у меня эта тарелочка чисто идет из морепродуктов. Но это такой выбор, что я не знаю. Прямо давлюсь слюной, честно говоря, не ожидал, что прямо мы так попадем. И там, вот смотрите, зелень тоже красиво. Мне прямо нравится, как они этот ресторанчик оформили. Руслана решила взять сибас, также кальмары, рыбку, креветки, морковку. Ну, короче, мне кажется, у меня по насыщеннее. Еще сыр у меня есть. А, ну без сыра это просто не обошлось бы. Так что, друзья, приятного аппетита. Будем приступать к трапезе. Ну, давайте попробуем сибас. Руслана уже немножко поделила на кусочки. Но вот сибас, я помню, мы в Алании пробовали. Это прямо классный был. Сибас вкусный, он сочный. Его не пересушили на гриле, как это часто бывает. Прям то, что нужно, но нужно было взять еще лимончика, чтобы полить. Мне нравится, что тут table service, то есть подносят воду, чай, кофе, напитки, любые, которые захотите. То есть не надо прямо бегать по всему ресторану. Ты уже и креветки, я смотрю, да, и кальмары понемножку ешь. Креветки классные, это вареные креветки, не на гриле, а чисто отварные креветки, очень хорошие, вкусные. Надо еще добавить немножко соли, потому что они не соленые. Ну, я смотрю, ты и кальмарчика взяла. Ну, это вообще для салата более сделано, то есть, чтобы с овощами эти морепродукты ели, да, насколько я понял? Ты ж кальмар любишь. Я так себе, больше креветки и мидии люблю, а ты прям кальмар, я помню. Кальмар с луком, он маринованный, вот кальмар прям очень вкусный, мне понравился. Ну, друзья, у меня мясная тарелочка, давайте попробуем, но я хочу с ягненка начать. В последнее время ягненок мне так нравится, смотрите, боже, он такой сочный. Давайте откусим. Это нежнейшее мясо. Вкусно?
пальчики оближет, друзья. Вы посмотрите, как оно естся просто губами. Вкуснотища, не знаю. По-моему, на все включено. Ягненок в основном не подавался. Ну, типа, такой сочный, классный. Я помню по меню, когда мы там в Индии были в отелях, то я заказывал. Антрикот попробуем. Тоже, смотрю, сочный кусочек. Под такой антрикот нужно бокальчик вина. Это идеальное мясо, которое бы сочеталось с вином. Я не знаю, но это, я так понял, говяжий бургер. Давайте. А там были булочки, можно было сделать самому себе гамбургер. Да. Ну, я не захотел, потому что много хлеба. Короче, котлета, как мы помнишь, в Hard Rock кафе заходили. Да. Прямо такая сочнейшая, класснючая. Ну, чтобы много хлеба не есть, мне кажется, можно и так брать. И такой сочный тостик, гуакамоле с красной рыбкой я сделал. Смотрите, это офигенное сочетание. Еще обычно яйцо пашот добавляет, но не знаю, выглядит мега супер. Давайте заценим. Мне кажется, яйцо пашот будет на завтрак уже. Я упал в обморок, я вам честно говорю. Мы красную рыбку давно не ели. Тут она идеальная, не соленая. Я не люблю, когда рыба красная пересолена. Я такое чувство, что когда я пересалываю, то она типа не свежая, чтобы не испортилась. А когда чуть-чуть, в меру. Кстати, это копченый лосось. Но не слышно, чтобы он прямо сильно закопченный. То есть вкус рыбы не перебивается. А гуакамоле прям как в Мексике. Хочу еще вот эту форель. Тоже было написано копченая. Но мне кажется, она не копченая. Попробуй. Она такая мягенькая. А, это горячее копчение. Это горячее копчение. Нежное, супер, не соленое. Ненавижу, когда пересалывают. Особенно не люблю, когда пересалывают скумбрию. Поэтому давайте проверим вот эту. Это тоже горячего копчения, это не холодного. И, соответственно, тоже не соленое. Так что, ребят, будем поедать эту всю красоту. Приятного аппетита. Я уже просто в восторге, настолько все вкусно. И потом уже встретимся с вами на территории отеля. Все, друзья, плотно мы наелись. Боже, такой вкусный обед был. Я представляю, что может быть на ужине. Мы тоже обязательно в этом выпуске покажем, какой будет ассортимент и что мы выберем. Сейчас хочу вам показать террасу, где можно тоже взять на шведском столе еду и выйти прямо сюда, чтобы пообедать, либо поужинать. А терраса у нас идет с видом на бассейн. Смотрите, столики. Тут для курящих везде пепельницы стоят, может, кто курит. И такой вот корпус отеля. Раз, там тоже. Это все территория отеля. Можно везде на вот этих столиках расположить. Но обед уже закончился, людей здесь нету. Все спустились к бассейну. Там прямо зеленый такой сад. Бассейн с подогревом, люди плавают. Прямо много людей возле бассейна, я бы сказал. Давайте тоже спустимся туда и посмотрим, как там вообще обстановочка. Там, я смотрю, бар, также амфитеатр есть, аквапарк. Сейчас будем это все изучать. Решил забежать, руки помыть после рыбы и показать вам заодно туалет. Смотрите, как красиво. И очень удобно, что сделаны вот такие вот полотенца. И просто бумага, то есть вытирать руки, лицо удобнее всего такими вот. И потом их скидываете, их стирают и заново сюда выставляют. Спустились в самый низ, потому что именно здесь будет выход в сад и бассейн. Хочу вам показать люстру эту, которую мы видели еще как только заселились. И такие вот ступеньки, конечно же, есть лифт. И на минус первом этаже, точнее это даже минус второй, есть небольшой шопинг-центр. Тут всякие сувениры, духи, тапочки, там крем для загара. Круг, короче, много всего. Тут у нас украшения. Конечно, возле отеля тоже есть базарчики. Мы вам это тоже покажем. Там прямо большой выбор. Но если кто-то хочет прямо не выходить никуда, кроме отеля, то можете прямо здесь покупать и сумки, и одежду, и все что угодно. Ну, такого добра в Турции прямо валом. Мне кажется, наши туристы в основном экономнее и выходят где-то там, на улице, да, покупают. И также, смотри, можно подстричься, сделать маникюр, педикюр. Прямо тут вот есть парикмахерская, ну, точнее, салон красоты. Помимо бассейна, которые на территории, есть еще огроменный крытый бассейн с шезлонгами. Смотрите, отель, кстати, работает еще и зимой, то есть можно сказать круглый год, поэтому бассейны здесь с подогревом. Руслана уже взяла полотенце, обменяли, как всегда, на карточки. Хорошее, да, полотенце. Пойдем еще в тренажерчик забежим. Огромный, друзья, тренажерный зал, смотрите. Абсолютно все тренажеры есть, и фитнес, и вот эти всякие коврики. Тут огромное зеркало. Вообще, ну, полноценный, да? Это, кстати, гребля-тренажер, очень прикольный кардио-тренажер. Также велотренажеры, беговые дорожки, арбитреки, все это тоже здесь присутствует. Смит, смотрите, это все большой тренажерный зал. Аж туда
самый конец, там и гантели есть, и жим лежа. Ну, абсолютно все, что надо для занятия спортом. Смотрите, на входе можно взять воду, полотенце. Все это присутствует, не надо с собой отдельно это все дело тащить. Это все находится в спа-зоне, вот фитнес-центр, бассейн. И тут, конечно же, массажи, можно сауны, бани, хамам, все это дело принять. Отдельно у нас идет игровая комната, гейм-рум, смотрите, пинг-понг, настольный теннис. Потом вот это хоккей, по-моему, да? Тоже прикольная штука, кстати, можно будет поиграть с тобой. И в самом конце у нас настольный футбол, смотрите. Тоже все красивенько оформлено, зелено. А там вот это что, не пойму, это как боулинг маленький или что это за кегли? Наверное, да. Да, смотрите, прямо отсюда кидаешь шарик. Давайте попробуем, это прям очень интересно. Я так понял, как-то... Ой, не так. Как-то вот так это надо делать. Ой. Смотрите, что-то мало сбил. В обычном боулинге большом я получше играю. Также на минус втором этаже возле парикмахерской находится кофейня-кондитерская. Это тоже включено по системе All Inclusive. Смотрите, вы заходите, тут прямо столики. Так оформлено, как в Старбаксе где-то, да? Ну, вообще красиво. Цвет тиффани, зеленый. И тут можно взять, здравствуйте, тут у нас можно взять мороженое, чай, кофе и десерты, закусочки. Давайте покажем, что есть в наличии. Такие прямо золотые десерты, смотри, как будто позолоченные. Шоколадный тортик, фрукты, брауни-кек, смотрите, тортик-пирамида. Либо вот такие просто желейки, конфетки. Вот это, кстати, классные жвачки. Дети их очень любят. Мы, наверное, тоже с Русланой возьмем. Также орешки в шоколаде. Блин, выбор огромный. Это еще не все. Это если не наелся на обеде, приходишь сюда и чисто вот клубничный тортик берешь. Просто пирог, еще одно пирожное. Мега крутецкий выбор. И это еще не все. Тут прямо зеркало, смотрите, счастливое лицо, которое очень вкусно на обед покушало. Тут у нас печеньки всякие интересные. Потом тоже печенье и макароны. Смотрите, макароны. Очень классное печенье. Мы прямо любим с Русланой. Также я смотрю, круассаны есть. Печенье с кокосовой стружкой. И тоже написано калорийность. И тут такие вот плюшки можно взять к чайку. И когда берете чай, кофе и закуски, сидите в таком крутецком заведении, как будто просто в кафешку, да, в какую-то пришел. Можно сесть внутри, также можно сесть на улице, на террасе. Сейчас покажем, какая здесь терраса. А терраса прямо в саду таком, из пальмы, зелени находится. Смотрите, просто выставили столики, тут что-то берете и садитесь прямо тут. Тут и тренажерный зал, все находится рядом. А наш номер где-то вот тут, вот, по-моему, на углу, если не ошибаюсь. Там еще один бассейн мы вам показывали. Тут уже зелено, сад, просто мега красиво. Конечно же, указатели, пляж, туалет, анимация, сейлор бар, диско. Это все в этой части. Мы уже подходим к основному бассейну. Хочу вам показать этот сад. Там, друзья, снеки. Ну, так много еды. Давайте снеки оставим на потом. Зайдем туда. Там тоже, я смотрю, терраса и целый отдельный ресторанчик. Короче, если вы любите покушать, тут вы найдете, куда сходить, да, и чем себя занять. Ну и поплавать там, потанцевать. Это тоже здесь присутствует. Мы решили прямо по такой дорожке зеленой пройтись через сад. Слушайте, ну, это место мне прямо очень нравится. Такой уютненький бар, как будто бы где-то в Европе, в Париже, знаешь, взял там круассанчик, чаек, кофеек. И в такой уютной атмосфере насладился. Очень красивая территория. Мне нравится, что она компактная, что все находится рядом и что она очень зеленая. Кстати, да, я заметил еще сверху, что как-то все удобно расположено. Ты не заблудишься, как, например, в Египте есть большие прям территории, что ты за неделю отдыха в отеле не можешь выучить, где что находится. Мы выходим на такой мостик. Внизу уже бассейн, прямо дорога на пляж, друзья. Наверное, пляж оставим уже на следующий выпуск, на следующий день, потому что много всего еще мы не показали. Сегодня проведем время вот тут, вот возле бассейна. Там, смотрите, сцена, Commodore Elite Suite, 5 звезд, люди плавают. И вот, собственно, территория отеля перед вами. Весь корпус центральный, рестораны, номера. И практически все эти номера идут с видом на бассейн и на море. Тут уже начинаются шезлонги, но мне кажется, лучше останавливаться с другой стороны бассейна, через мостик. То есть, смотрите, там больше места, мы сейчас туда пройдемся. Я почему сюда зашел, мне понравилось, что тут прямо качеля есть, смотрите, столик. Взяли какие-то напитки, коктейли и наслаждаетесь видами. То есть чисто релакс-отель, тут нету там громкой музыки, каких-то движух, хотя есть дискотека вроде бы, но она не тут, прямо у
бассейна находится, да? Потому что тут просто люди загорают, никто не шумит. Мне кажется, я вообще громче всех сейчас разговариваю здесь. Также здесь есть анимация, но она не громкая, то есть музыка вам просто в окна орать не будет, как это часто бывает в многих отелях. Да, эта часть бассейна намного круче, она прямо обширная. Смотрю, тут глубина 1.40 м. Это, конечно, подойдет идеально Руслане. Но смотрите, эта часть бассейна и другая, они прямо отделены. Он находится на уровень выше, там, где мостик, а этот идет как будто бы ниже. Попробуем давай водичку. Руслана говорила, что вода должна быть теплая. Я надеюсь, что ты будешь купаться. Вода нормальная, можно купаться, теплая, она с подогревом. Я прямо очень рад, когда слышу от тебя эти слова, потому что ты в основном не хочешь купаться, а тут прямо какое-то счастье. Тут у нас тоже, смотрите, душ есть, такая же качелька, шезлонги. Ну, я не знаю, там, я думаю, бар будет прямо находиться. Хотелось бы зайти посмотреть ассортимент, какие коктейли, какие напитки делают, а потом уже с коктейлями можно вернуться сюда на территорию бассейна. А снэк вот там находится. То есть, по сути, если перекусить у бассейна, то можно это сделать в 2 минутах ходьбы от самого басика. Далеко идти не пришлось. Смотрите, только голову повернул направо, и тут у нас бар, прямо целый ресторан, я бы сказал, где можно взять напитки, пул-бар называется, и сесть прямо здесь. Мне кажется, вот тут, где сцена, будут какие-то представления вечером, возможно, выйдем, покажем, какая-то музыка, может, живая. Я бы хотел, знаете, в формате живой музыки посидеть, без напряга, чтобы это все спокойненько. Ну, смотри, вообще компактно, да? Снэк, кофейня, ресторанчик, бассейн один, второй, бар, все рядом, и сразу, если хотите на пляж, за вот эту зеленую зону выходите, там уже будет дорожка на пляж, мы уже сходим туда в следующем выпуске. Я смотрю, бутилированное пиво есть, либо на разлив, Туборг, потом Карлсберг, и все импортный алкоголь, джин, ром, виски, текила, короче, все что угодно, даже я смотрю, Капитан Морган стоит, вот, Капитан Морган, это раньше был наш любимый напиток, а последнее время мы пересели на джин. Также смотрю, Джек Дэниелс, Чивас, Red Label, Almeca Tequila, Hennessy коньяк, кстати. Можем Hennessy взять. Последний раз вот такую вот бутылочку Hennessy мы возле Эйфелевой башни пили, помнишь? И тут коктейльная карта, да, целая? Выбор по коктейлям очень огромный. Есть, наверное, абсолютно все названия коктейлей. Мне такое чувство, как будто мы вернулись в Дубай и пошли в ресторан, где выбирали коктейли, потому что абсолютно все есть. Посмотрите. Tequila Sunrise, а Маргарита. Есть Маргарита. Мой любимый коктейль Маргарита. И слушайте, я прямо захотел, наверное, даже сейчас его и возьму. Но я хочу еще Hennessy чуть-чуть попробовать, потому что я вкус Парижа хочу вспомнить, как говорится. Помнишь, мы тогда один день Майот взяли, а другой день, да, Hennessy. Помню. И как раз вот эта бутылочка вот там вот прямо можете наблюдать, на горизонте находится. Все, ребят, мы взяли по коктейльчику за приезд, сели прямо тут возле бара, на этих столиках. Тут как раз и в тени можно посидеть. Да и плюс вид на бассейн, не знаю, мне нравится прямо эта картинка. Я взял, как всегда, свой любимый коктейль Маргарита, только не пойму, почему его без соли сделали. Я люблю, когда из соли прямо ободки, но стаканчик ровно такой же, как и должен быть. А Руслана взяла что? Это апероль. Апероль шприц, друзья. Это тоже все включено. Кстати, меню очень классное. Там абсолютно все с картинками. Там подписано, что в какой коктейль входит. Полностью есть все рисунки, там бока, бутылок вина. Показано, откуда это вино привезено. Типа там огромный выбор. Можете, просто вам понравилась бутылка, сказать, я хочу вот это, и вам это принесут. А какие вина там? Там есть Португалия, есть Чили, потом есть Франция, Италия, Испания. Ну, короче, по сути, все самые такие классные вина. Ну, давай за приезд, друзья, попробуем коктейли. Маргарита, я беру без льда, потому что у меня потом гайморит. И мне это не очень нравится, честно говоря. Вкусный апероль точно такой же, как и делают во всех ресторанах. Ну, и давайте маргарита на основе текилы. Текила, кстати, Almeca. Давайте попробуем. Слушай, это точно маргарита? Да. Потому что кисленького мало. Обычно я привык, что там прямо лайм ярко выраженный, и он более зеленого цвета. Может, он что-то еще сюда добавил? Может быть. Надо будет в следующий раз заказать маргариту и проверить, потому что у меня такое чувство, что это немного какая-то другая маргарита. Ну, по вкусу, как минимум, отличается. Там прямо лайм сильно было слышно. А тут немного такой, даже я бы сказал, кофейный немножко привкус. Но вообще коктейль прикольный. Специально зашли на сайт по QR-коду посмотреть, что в составе, друзья. Тут идет еще апельсиновый ликер. Потому это другая маргарита. А должен быть трипл сек в той маргарите, которую я обычно брал. Мне нравится, что там даже калорийность коктейлей написано, да? Да, все есть. То есть, если вы не хотите поправиться на коктейлях, то вы тоже выбираете те, которые идут менее калорийными.
Ну что, друзья, решил я окунуться в бассейн и только сейчас понял, что этот центральный бассейн, который больше, он идет не такой теплый. То есть, насколько я понял, с подогревом как раз тот, который находится за мостиком, потому что, ну, прохладно. Я бы не сказал, что он с подогревом. Как бы зайти можно, люди плавают, купаются, ну, прямо вот Руслана, например, не может зайти, ей, как всегда, сложно. Руслана говорит, я посижу, позагораю, ты пока покупайся, да. А потом что, в теплый будешь бассейн, наверное, идти? Да, потому что в этот мне сложно заходить. Кстати, насчет цены, друзья, мы только что задумались, это же сейчас начало сезона, апрель месяц, цена 2500 долларов, мы посмотрели на сайте туроператоров. То есть в сезон, мне кажется, цена будет выше. Потому если будете смотреть это видео позже, то имейте в виду, что цена может меняться, потому что все-таки отель классный. Я не думаю, что летом будет тоже цена 2500. Это на неделю за двоих на данный момент. Ну, имейте в виду, что еще у каждого туроператора разная цена, поэтому не покупайте никогда в одного туроператора, лучше по разным агентствам узнаете цену и только потом покупайте уже тур. Руслана хотела задать вопрос, смотрите, у нее есть вот такие вот точки, вылазят. От это чего? От солнца они. Да, как можно это вылечить? Мы когда в Киеве были, ей какую-то жидкость там прописали, дерматолог. Только по рецепту. Но да, это, кстати, не вот, видите, вот такие точки. Это не солнечный лишай, потому что я думала сначала, что это солнечный лишай, дерматолог сказал, что нет, это не он. И это типа он сказал, что есть у каждого человека просто очень чувствительная кожа. И у меня там был специальный рецепт, я ходила, заказывала такой там жидкость, ей мазалась, оно проходило. Сейчас я этот рецепт с собой не взяла, он лежит дома у меня, и я ничего не могу здесь купить. Я покупала в аптеке еще разные две мази, но они не помогли. То есть нам посоветовали там в аптеке мазь, но она как будто бы от другого. Мне кажется, она больше от каких-то ожогов или еще. Возможно. Ну как сказать, купаться в принципе можно, особенно если вы немного позакаляться хотите. Но я видел, заходят, в основном плавают и выходят. То есть на постоянке прямо в бассейне находиться нельзя, так как он все-таки еще прохладный. И сейчас на улице, ну не знаю, градусов 30, может 32 на солнце. В тени там 26-28. Я думаю, летом вообще идеальная температура в нем, ну а либо зимой или на начало сезона приезжаете, то, конечно, лучше пользоваться либо крытым бассейном, там прямо в помещении очень жарко, либо тем, что с подогревом за этим мостиком. Ну, не знаю, я не мерзляк, в принципе, зашел нормально, проплывусь немножко, Руслана посмотрит на меня. Напишите, кстати, в комментариях обязательно, как эту штуку с пятнами можно вылечить. По-любому кто-то из вас знает, потому что Руслана мучается, как только мы еще в Дубай приехали, оно появилось, и как с этим справиться, мы так до сих пор и не нашли. В аптеках и в Индии, и в Дубае, и здесь в Турции нам подсказывали, мы покупали пшикалки мази, абсолютно ничего не работает и ничего не помогло. О, смотрите, друзья, ну это уже другое дело. Я сразу зашел, вот Руслана купается. Это говорит о том, что бассейн действительно с подогревом. Тут прикольно, смотрите, прямо под мостом можно плыть. И давайте выйдем на вот эту панорамную, типа Infinity бассейн, посмотрим, какой будет здесь вид. Да, смотрите, действительно Infinity Pool. Вот этот бассейн, который я заходил, там, где не так тепло, а тут прямо идеально. Вот Руслана, смотрите, как засияла, когда в бассейн тепленький зашла, да? Да, я тогда в бассейне уже не плавала. Для меня бассейн это намного лучше, чем море. Я не люблю купаться в море, я люблю купаться именно в бассейне. Ну, конечно, если бы этот бассейн был чуть поменьше, мне было бы удобнее. Тут 1.40 м, а Русланы рост 1.52 м. Ну вот, я стою на носочках. Хотя я стала на носочки, и то, блин, если я стану полностью, у меня лицо уже намокнет. Слушай, ну хорошо, хоть не по голову. Помнишь, как мы заходим, там 1.80 м иногда бассейна, то ты там вообще не можешь стоять, сразу уходишь под воду. Ну, не знаю, виды классные. Пишите, как вам этот мостик, не знаю, идеально придумали. Фотозон много всяких интересных, так что я считаю, отель очень даже инстаграмно сделан. Вернулись мы снова на бар, и я решил взять Хеннесси и воспользоваться случаем, что он здесь безлимитный. Когда мы были в Париже, мне сказали, что я неправильно пил Хеннесси, что я его пил рюмками, залпом, еще и колой запивал. Теперь я хочу попробовать так, как писали в комментариях, то есть взять, чуть-чуть надпить, прополоскать рот, почувствовать полностью его вкус и, собственно, поделиться им с вами. Давайте попробуем. Я только что его понюхала, конечно, он сильно крепкий, я не буду Хеннесси. Крепкий? Ну, крепкий, это коньяк. Но я тебе скажу, если другой какой-то коньяк пить, то сразу почему-то хочется запить. Я взял, конечно, колу, думаю, мало ли она пригодится, но вот я сейчас выпил чуть-чуть. Действительно раскрылся какой-то вкус. Ну, не знаю, не прямо вкус винограда, но такой специфический вкус ореховый какой-то, ну, не знаю. Мне кажется, да, его все-таки надо пить вот так вот, а не залпом, либо мешать с колой. Потому что если мешать Хеннесси с колой, это, мне кажется, вообще переводняк. Руслана, я смотрю, решила какой-то коктейль снова взять. Рассказывай, что это интересное у тебя такое. Коктейль называется Starlight. Он идет с кокосовым ликером и белым ромом. Ага. И ананасиком еще. Это прямо пина колада какая-то, слушай.
Ну, давай попробуем. Ты решила с ананаса, да, Дача? Я хотела попробовать, он сладкий, кстати. Трубочки, кстати, вижу тоже бумажные, не пластиковые. Это много где уже популярно становится. Очень похож на пина колада. Да? Если бы не цвет, я сказала, что это пина колада. Ну, зеленый цвет. Интересно, что его так красит. Так, друзья, пришли на ужин. Давайте посмотрим, чем нас будут кормить на ужин. Что у нас тут? Вау, лосось на гриле. Это прямо с самого начала, так все красиво. Перепелочка у нас, потом шашлык из говядины и куриные крылышки. Шашлык еще жарят. Вот как раз он жарится, смотрите. Рыбка и шашлык из говядины. Тут у нас рис, потом говядина росто. Очень аппетитные кусочки. Это овощное, зеленая фасоль в соусе, всякие добавочки, яйца. Потом жареная индейка. Идем дальше. Смотрите, как это все аппетитно готовят. Фаршированные баклажаны. Так, овощные котлетки. Это, кстати, веганские, ты поняла? Да. То есть, кто там не хочет мяса есть, то это идеальный вариант. Запеканочка из овощей. Тут у нас отдел с разным видом картошки, соусы, авокадо, гуакамоле, так же, как и на обед было, жареные куриные ножки, везде соусы, майонезы, картофель в соусе у нас. Так, дальше это красная фасоль. Тут у нас кальмарчики фри, смотрите, ну, по сути, картошка, пиццы, это все так, как и было на обеде, не будем углубляться. Тут тоже соусы, все как и было, также диетическая еда, есть и рыба вареная, и овощи, и курица. Если любите диету или вы на диете, то, по сути, это все тут присутствует. Овощной отдел такой же самый, по сути, как и на обеде, смотрите, огурцы, помидоры, капуста, всякие салатики, соусы, потом что у нас тут, смотрите, копченая форель. Тоже осталось потом буженина, колбаса. А это что? Это как бастурма или вяленое, наверное, мясо? Да. Что-то похожее на это. Тут у нас тунец, баклажаны, голубцы, долма, всякие закусочки. Вот даже с крабовыми палочками есть интересное. Сыры, как Руслана любит, она просто обожает. А вот анчоусы. Кстати, кисленькие, прикольные, пробовали. Даже есть сыр с плесенью, обычный сыр типа оливье, салат с креветками, мидии, кальмары. Все это тоже, как и было на обед. Я думал, это только на обед будет, оказывается, нет. Даже есть ливерная колбаса. У меня, кстати, есть друг, который любит ливерную колбасу, как бы это ни звучало, но он говорит, что я прям ее обожаю. Напишите, может, кто-то из вас любит. Далее лосось. Обычно лосось только на завтрак, но тут, я так понял, он на завтрак, обед и ужин. Потом колбаса, сыр, томаты, перчики фаршированные, тунец. Это все тоже осталось. Тут у нас перчики, оливки, сыры, каперсы, смотрите. Все то же самое. И смотри, прямо пармезан, огромный сыр. Насыпай себе ровно столько, сколько хочешь. Это я буду. Отдел с выпечкой такой же, не будем показывать. По фруктам, в принципе, то же самое. Клубника, гранаты, апельсины, лимоны, грейпфруты, ананасы, вишни и мороженое. Смотрите, тогда не было, сейчас мороженое просто валом. И нутелла, кстати, есть. Ну и тут у нас турецкие сладости, рахат лукум. В принципе, десерты такие, как и были, но немножко появилось разнообразие. Вот, смотрите, с клубничкой, шоколадный мусс, прямо рулеты, огромный торт и большое, большущее количество пирожен. Вот еще один торт, прямо карамельный. Смотрите, торт с карамелью и сыром и клубникой. Ну что, друзья, мы, как всегда, набрали все самое вкусное, что имелось на шведском столе. И давайте детально разберем, что у нас в тарелках, да? Да. Смотрите, я взял стейк лосося и еще кусочек лосося. Потом говяжьи такие стейки, кусочек индейки, морковочку. И такая вот колбаса, буженина и мясо. Я так понял, какое-то вяленое, но очень интересно попробовать. Также эта вторая тарелка тоже моя. Шашлычок из говядины, гуакамоле. Потом взял уже, сделал один тост. Хлеб темный, гуакамоле и лосось. Типа местного оливье и креветки с мидиями. У Руслана, я так понял, что-то похожее на мое, да? Это осьминог... мидии, креветки, это жареный кальмар, три кусочка захотела попробовать, тоже лосось и бутерброды с рыбой. Блин, слушайте, настолько все аппетитно, давайте приступать к дегустации. Руслана уже берет, отрезает сочный кусочек лосося и будем пробовать. Ну, видно, что на гриле жарили, причем там можно даже смотреть, как они это все готовят. Это свежий лосось,
он тоже не пересушенный, очень вкусный, он без специй, чисто рыба, без ничего, очень классная и вкусная. Да, если вы хотите добавить соль, специи там, или соусы какие-то, то это все делается отдельно. Я тоже ненавижу, когда сильно все пересоленное. А я, друзья, возьму индейки кусочек, попробую. Прямо взял такой сочнейший кусок. Разваливается, да? Я думал, это кость. Блин, она такая классная. Боже, это кость. Не, не кость, показалось. Блин, классная. С курицей не сравнится. Ее еще, кстати, умеренно присолили, чуть-чуть приперчили. Просто топчик. Мне еще, знаешь, что интересно? Вот эту говядину попробовать, потому что это какая-то специальная готовка, специальный рецепт. Давайте. Я думаю, по-любому вкусно. Мягенькая, немножко соуса, божественно. Я вам скажу, в Турции говядина не дешевая, она примерно 400-500 лир за килограмм. Но тут самые отборные кусочки и очень-очень вкусно ее готовят. Ну и давайте шашлычок. Слушайте, давно я шашлыка не ел, а тут прямо шашлычок на гриле получился. Давайте еще его оценим. Тоже мягкое мясо, идеально. Немножко масла, немножко соли. Я заметил, тут часто так готовят, что шаурма там не добавляет сильно много специй, не пересалывает. Очень нравится, что именно в Турции следят за этим. Если ты захотел сам, добавил какие-то специи, добавил какие-то соусы. Вполне идеально. И, конечно же, закусим моим любимым тостом. Блин, у меня шампур сломался. Вот это мега вкусно. Я люблю такие тостики с яйцами, либо вареными, либо бенедикт. Это, наверное, самый мой любимый завтрак. Фух, друзья, вкусно мы наелись. Ужин был на все 100%. Слушайте, я так наелся. Я реально еле доел то, что я набрал. Ну, все было мега вкусно. Рыбка вообще... идеально. Давно, кстати, стейк красной рыбы не ел. В целом, мы остались с Русланой довольны. Сегодня рано встали. Наверное, рано и ляжем спать, потому что хочется все-таки отдохнуть. Плюс вот эти переезды, пока сюда доехали. День был, мягко говоря, насыщенным. Но мы, друзья, еще будем снимать ролики в Сиде с этого отеля. Следующее видео будет про пляж и те места, которые мы еще не успели показать. Плюс еще проедемся по окрестностям, посмотрим, что тут будет интересного. И все это, ребят, вы уже увидите в следующих видео. А если вам понравилось это видео, обязательно поддержите нас лайком, ведь мы для вас старались, показывали все максимально детально. Вдруг кто-то запланирует ехать в данный отель, будет для него обзор, либо если вас просто интересует, какие варианты есть отдыха, все включено, с хорошим сервисом, то тоже этот обзор идеально подойдет. Также ждем вашу поддержку лайком, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее интересное видео. Также подпишитесь на Telegram и Instagram, и там все, друзья, выходит в реальном времени. Ссылки есть внизу в описании под видео. И до скорых встреч совсем скоро. Мы с вами снова увидимся. Пока. Пока.